told me love was only in the movies. It don't exist in real life these days now. 人家，你捧袋大米在这看啥呢？看半天了，我看你都。Я смотрю, где сделали рис этот. А, Китай или нет? На, что да? Ну, в России. В России? О, потому что я слышала новости, что в Китае умер один очень известный человек. А, да, Юэн Лунпинг, 教授. Ага, да. Который, я так думаю, он очень крутой. Да. Потому что люди раньше голодные были в Китае. А он придумал какой-то супер...Супер большой рис. Супер большой рис, да, да, да. И людям появилась еда. И во всем мире, я так понимаю, он тоже, да? Да, 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 да. Не голодать. Да, 你知道中国有多少人口吗？14亿人口。要解决14亿人口吃饭的问题，这真的是一个世界性的难题。但是中国人现在不挨饿了，就是因为这个老爷爷。所以他去世了之后，全中国人民都很伤心，真的。现在全中国人民都很伤心。嗯，91岁。91岁，真的，这真的是很伟大的一个人。所以说，因为他帮助世界人解决了这个粮食问题，所以说全世界的新闻都在报道他的去世。真的是一个很伟大的一个人。你的，嗯。будем кушать рис. Будем кушать рис. 娘娘，你怎么焖个米饭这么自豪呢？我是中国媳妇，我骄傲。你骄傲。А вот здесь написано, что это из России рис, а это тоже этот дедушка придумал?我也不知道，但是这个大米的技术，很多的技术都是来自于中国的。这个老爷爷就是研究的，因为原来的这个水稻，我看新闻就是说它的这个倒伏率很高，就是说产量很少啊。这个老爷爷，研究出来的这个杂交水稻，它才这个产量变高了。所以说基本上。很多国家的这个水稻种植技术都是这个杂交水稻技术，很伟大的一个人，很伟大的一个人，Потом надо будет Лео про него тоже рассказать попозже, когда он будет понимать. 对，你得教雷奥认识这些中国的一些伟大的人物。对，伟大的人物，像这种。水稻技术是没有国界的，全世界都在享受这个杂交水稻的福利。像全世界有很多知名的人，雷奥都得认识啊。这个老爷爷就是其中之一。对，这个很重要。Теперь в списке моих желаний появилось еще одно.Раньше я хотела смотреть только Чэнду Панда и Сая, а теперь я хочу в Чанша смотреть настоящий китайский рис. Ва. Да. 想看看中国杂交水稻是吧？ Плюс одно желание. 好吧。Скоро будет вот такой список. А в Китае нельзя. 等一会儿吧。再等两年吧。吃饭吧。小雷奥在喝水。雷奥，吃大米饭，不能剩啊，都吃了。Ну здрасте. Да, кушай рис. Это человек герой придумал. Да. Давай.对，俄罗斯人其实吃大米吃的不是很多，他俄罗斯人主要是吃面包，对吧？但是中国人吃大米吃的很多。
много не едят. Да, да, 但是热鸟现在已经渐渐的喜欢吃大米了。Ну уже да, раньше я вообще не ела. Да. Я даже могла рис есть один раз в год, наверное. 嗯。好吧，今天我们不适合录太欢快的视频。嗯。好吧，今天我们的视频就录到这儿了。录到这儿了。嗯，拜。下期见，拜拜。拜拜。谢谢你们搞我视频，拜拜。长亭外，古道边，芳。